Я врач, у меня операция в Балтиморе. Отправьте меня сегодня, как угодно, но утром я должен быть там. Это возможно? Сэр, у меня та же проблема, но есть идея. А что вы так спешите? Я выхожу завтра замуж. Поздравляю. Нет, да нет, нет, не за него. Мы только встретились. Так что у вас в Айдахо? Медицинская конференция. А вы журналистка? Угу. Много вопросов задаете. Есть тут кто? Алекс, посмотрите на меня. У вас повреждена нога. Ваш телефон разбит. У моего нет сигнала. И мы очень высоко в горах. Здесь мы в безопасности. Если уйдем, спасатели вряд ли нас найдут. Я не хочу умереть тут, потому что вы боитесь рисковать. Нас должны искать. Пилот не зарегистрировал план полета. Никто не знает, где мы. Надеяться не на кого, только на себя. Мы выдержим 3 недели без еды, 3 дня без воды и 3 часа без укрытия. Мы можем умереть вместе, а я даже не знаю вас. Мы не умрем. Не сегодня. Алекс!